Пешер – голландский художник Золотого века. Художник, специализирующийся на натюрмортах, в частности на ванитас, суета-сует. По данным РКД, о нем больше ничего не известно, кроме его подписей на датированных картинах. Работая около 1659-1661 годов в Амстердаме и Лейдене, он оказал влияние на Дэвида Бейли и известен картинами «Ванитас» в духе Винсента ван дер Вине и Эдварда Кольера. В его работах повторяются разные символы, как и в большинстве «Ванитас», которые говорят о ненадежности человеческого существования. Песочные часы и свеча, символизирующие течение времени, череп, обозначающий смерть, мешки с деньгами, подчеркивающие эфемерный характер богатства и власти, скрипка и партитуры, намекающие на радости жизни, искусство и музыка. Скомканные документы показывают хрупкость вещей в мире.